Министерство транспорта Чувашии организовало очередной пресс-тур по дорогам республики. На этот раз журналисты отправились в город Канаш. Основная тема выезда – содержание дорог, текущая работа, проблемы и пути их решения, проведение ямочного ремонта. Работа на дорогах в Канаше и Канашском районе кипит. Только на одном участке трассы Канаш-Шакулова находятся сразу три бригады. Дорожники заливают ямы холодной асфальтобетонной смесью, занимаются пропуском вод, чистят дорожные знаки, собирают мусор. У нас, конечно, это больная точка, больное место – это уборка мусора. Есть выражение известное такое – чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. А вот дорожники бедные, получается, каждый день убирают, каждый день их ругают, потому что проезжающий транспорт мусорит, выбрасывают прямо из окон. Это таких случаев сколько было. Близлежащие деревни машинами вытаскивают. Вот мы, правда, работаем с местными администрациями, с районными администрациями. Они на своих совещаниях этот вопрос тоже поднимают, работают с местным населением, но, тем не менее, медленно решается этот вопрос. В 2014 году в Канаше появилось дорожное кольцо. Реконструированы тротуары по улицам Пушкина, Свободы, проспекту Ленина. Вот-вот начнется ремонт дороги по улице Ильича. Местность тут болотистая, поэтому большие силы будут брошены на дренаж и отвод воды. По итогам торгов мы выиграли конкурс на капитальный ремонт этого объекта. Данные этого объекта, значит, протяженность 1 200 км, стоимость 59 миллионов. По плану этого года начало работ предстоит после Пасхи. Начинаем в числах 14-го и должны закончить объект в ноябре месяце этого года. Однако не все подрядчики ответственно относятся к выполнению муниципального заказа. Администрация Канаша требует заменить дорожное покрытие на 6 дворовых территориях. Выявлено было несоответствие муниципального контракта по толщине покрытия. Данным подрядчиком являлся ООО «Стройсервис». В настоящее время ведутся судебные разбирательства в арбитражном суде Чувашской республики. В планах на 2015 год ремонт еще 6 дворов. Всего же с начала года в республике отремонтировано почти 20 000 квадратных метров автомобильных дорог. Мария Шоклева, Республика.